4 сентября, Агафон, Огуменник, народный календарь. В народном календаре лешему отводится несколько примечательных дней. Агафон, Огуменник – один из них. По старинному поверью, в этот день леший приходит на гумно, чтобы потешиться над соломкой. Поэтому хозяева выходили в дозор караулить свои припасы. Крестьяне надевали тулуп наизнанку, брали кочергу и шли стеречь свое добро. Женщины пекли пироги и оставляли их в авине, на конюшне, в бане, на чердаке, за печкой, чтобы духи подкрепились и в дальнейшем не вредили хозяевам. На Агафона замечали, если день выдавался ясным, то погода продержится еще 4 недели.